Друзья, всем привет! Ну, неодолимое желание у меня вещать постоянно, постоянно снимаю. Это Максим Индивид, всем благодарен за то, что смотрите, лайк, подписка за полезность. Вот, и хотел сегодня вам поговорить о том, что лень. Лень родилась вперед нас. И дело в том, что все из нас знают знаменитый эффект плацебо. То есть, когда ты пьешь, например, пустую таблетку и думаешь о том, что это то самое дивное действенное чудо и препарат, и он действительно тебя выздоравливает. То есть, когда мы даже операции не делали людям и говорили, что мы сделали, и у них все выздоравливалось. И то есть, суть в чем? В том, что можно даже типа тренировки не делать физически, и будут даже мышцы расти, если ты умственно будешь представлять, как ты выжимаешь вес там, или хоть в чем это развитие можно делать. И говорят, из сна тоже, если управлять сном, там я не дошел до этого еще, оттуда знания вытаскиваются. То есть можно научиться управлять вертолетом. Короче, вся суть в чем? В том, что лень родилась вперед. И чтобы сделать эти действия, это надо направлять внимание, это надо трудиться. А если этот выбор не по душе, а то сделан какими-то эгоистическими настройками, видением, представлениями мира, шаблонными, да, и какими-то не своими, то есть не отражающими твою индивидуальность, то получится, что рано или поздно ты остановишь этот путь, и тебе постоянно надо себя подстегивать, то есть какие-то дополнительные мотивации придумывать, а это тоже отвлекать свое внимание. Поэтому что я рекомендую? Я рекомендую выбрать путь душою, и тогда лениться не получится. Потому что у тебя будет вся жизнь как танец, вся жизнь как песня, ты идешь к тому, что тебе действительно нравится, ты сам туда весь вкладываешься, и ты трудишься над тем, чтобы, все это просто глобализировать. Вот. Поэтому как обойти лень, это найти себе занятие по душе и совершенствовать себя в нем. В плане совершенствовать даже уже на мысленном уровне, мыслительно. То есть отслеживать мысли о нем, понимать, что как думать. Это тоже мне пришли сейчас мысли, потому что ходил мимо стройки, я вижу, что люди сидят, у них есть свободное внимание. И наблюдая картину, что они на стройке, наверняка они думают о чем-то, касающемся стройки, либо свои там пироги какие-то усиливают, наоборот, путем многократного повторения, которые, в принципе, они не хотели бы усиливать. И повышая осознанность, лень потом будет исчезать. Она, конечно, останется, но в других сегментах. Когда ты выбрал то, что тебе по кайфу, ты будешь светиться, и пространство, оно восстановится, потянется на тот же уровень. Вот, со временем просто важно не унывать, и важно даже отмирающие части. Дело в том, что там эгрегоры, когда тебя отваливаются, это в смысле там зависимости всякие в плане и по еде, и по занятиям, по времяпровождению там какому-то деградатскому. Вот, потому что везде эмоции мы какие-то получаем, и мы, в общем, когда ты лишаешься, лярва пытается, на последний всплеск эмоций делать. Она такая, чтобы тебя вернуть уже на выдох и издохе, как бы. Вот, перед тем, как это. И это школа жизни, это проверка на готовность. И когда ты ее проходишь, открывается другое видение на реальности, а то белки на колесо, в котором ты только что бегал, оно выходит из-под тебя и больше на тебя не действует. И закончу простым примером осознанности. Например, то есть люди, которых, например, как Александр Редькин, мантры поют, то есть это очень хорошо, я тоже за это. И Хари Кришна, 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 все поют, место кончается. А есть, которые говорят, у меня так сильно занят дел, что мне некогда петь мантры, быть это глупо, петь о своей там привлекательности и того, что жизнь течет хорошо. Надо заниматься делами, я загружен полностью. И он загружен, потому что он думает, что он загружен. А когда он, даже в момент загруженности все отпускает, выходит с этой ситуации, у него вся жизнь становится легче. То есть наши мысли, наше состояние, точнее сказать, моделируют дальнейшее наше будущее. Поэтому следите за ним, несмотря ни на что, что пока что транслируется ваша реальность, и все изменится обязательно. Лайк, подписка за полезность, пиши те темы, на которые ты хочешь, чтобы я поговорил, и добавляйся там в соцсетях, там много полезных ресурсов. Вкладку «Каналы» посмотри, там тоже много чего интересного. Все, лайк, пока, все четверки.